Поехали, Вера, здравия, кстати, на мосты. Да. Здравия, Ярослав, на мосты. Сейчас я видео тоже включу. Угу. Задавать вопрос? Да. Вижу вас. Когда мы пишем письма, мы должны их сжигать, правильно? Сейчас, секундочку, секундочку, стойте. Рекорд нажму на программке. Отлично, поехали, задавайте вопрос. Когда мы пишем письма, мы должны их сжигать, так, правильно? Да. А если на аудио наговаривать, что делать с ним? Потом уничтожите. Потом, да? Да, она же сейчас, вы сейчас, она же вас не, я понимаю, что оно, бумага это, оно есть физически присутствует, да? А здесь пока нет, оно не присутствует в таком виде, как оно, как вы пишете, да, скажем, наговариваете. Там оно, ну, в другой форме, скажем, восприятия. Где-то в виртуальном мире. Да, и поэтому я думаю, что в этом случае оно не имеет того влияния, которое имеет физическое, когда у нас есть все записано на письме. Но после практики прощения все-таки можно поудалять это, да? Да, конечно. Я бы это все удалил однозначно, потому что, ну, если что-то только оставить для своего процесса анализа, да, дальнейшего анализа процесса. В принципе, я думаю, что оно не нашкодит ни в якому разе, потому что оно в виде цифровом виде. Зашифровано, скажем так, да? Угу. И пока оно не играет, оно ничего не дает. Вот, я бы оставил для своего анализа. Для анализа. У меня записи стоят, аудиозаписи еще, те, которые на кассеты были раньше. Как-то так происходило у меня, что я записывал. Ну, я записывал для своего, наши разговоры семейные, которые мы вели. Бизнес-разговоры я записывал для анализа. И вот оглядываясь назад, прослушивая их, дает много пищи для размышления. Mm-hmm. Ты можешь смотреть, как ты прогрессировал, что у тебя было. То есть, ну, это с точки зрения, ты смотришь, что я сегодня взрослый, смотрю на себя маленького. И ты смотришь, какой у тебя разница между тем, когда ты был такой, и сегодня. Поэтому я думаю, это полезно будет. Тем более, это будет хорошая проверка, когда время пройдет, проверить, насколько я уже от этого отсоединился, и она меня не беспокоит. Да? Mm-hmm. То есть, я смотрю на это, да, было в детстве, Васька там конфету забрал в детском садике. Вот, приятного аппетита тебе, Вася. Я понимаю, тебя мама не кормила, ты голодный был, поэтому, ну, это была моя милость тебе, подсладить тебе душу, right? Все, так что нормально, mm-hmm. в этом плане, хорошо. Да. Угу, что-то еще, какие-то вопросы есть? Что там у нас с Олей? Есть какие-то вопросы еще? Да, можно еще по поводу мамы. Давайте, да, задавайте. Да, задавайте, ага. Да, послушала ваш комментарий, я, конечно, согласна, что у меня контакт потерян, я не могу достучаться. Вы прослушали коммент, который я вам оставил. Озвучите для рекорда, что ситуация, чтобы всем было понятно. Почему я не скажите, вы что, скажите, что вы делали сначала, чтобы было понятно. Слушатель же не слышит, кто-то будет слышать, не слышит. Что я делала? Я сказала, что, ну, ты же знаешь, что я прохожу практику прощения. Сейчас, вам было задание какое сначала, скажите? С самого начала скажите, да. Нужно изолироваться от общения. Вера, находясь на практике прощения, обнаружила, что она... Что? Все по порядку, расскажите, это хорошая обучающая история, расскажите все, это же хорошая история, что у вас было. Обнаружилось? Ну, вы когда первый раз у вас, когда я начал об этом говорить, что вы сказали? Я... Ну, что я научилась убежаться от мамы как раз, правильно? И поэтому сейчас, чтобы... Ну, не продолжать этот замкнутый круг. Сейчас, нет, еще. Вас тут немножко назад больше отмотать. У вас было что?
Вы проходили практику прощения. У вас, по-моему, физическая была, да? Первый шаг. Да. И вам было хорошо в какой-то момент. Затем в один из дней, по-моему, это был третий день, когда вы сказали, что сегодня мне было очень плохо. Я общалась с мамой. Мама рассказала, что брат там ее обижал и так далее, да? Да. Ну так расскажите все подряд. И на что я сказал, ну а как же, чтобы человек, который слышит, он не понимает. Это очень хорошая история. Это очень хорошая поучительная история, поэтому я думаю, она будет очень полезна. Расскажите. Угу. Ну да, как только я вот стала на пути освобождения от обид и вообще связанная с этим принятие мужчин, развитие уважения к ним и любви, тут сразу и ситуация, которая снова меня заставила не уважать мужчин, а точнее конкретного мужчину, моего старшего брата, который очень обидел маму. Вот. И у меня это дилемма. Как? Вот я тут только хотела наладить общение, отношения с братом. И все желание пропало. Снова. Угу. Вот. Вы да, пока пишите, я сейчас тут Олю подсоединяю, да. Угу. И пропало желание. То есть в чем была суть в этой ситуации? Скажите, что было нехорошего в этой ситуации? Что было поучительного? Поучительного для меня? Да. Ну, что как только мы начинаем что-то делать, нам хватит испытания. Угу. Так, и еще, и что еще было, кроме этого? Что было важного? Ну, важно то, что я вижу теперь все по-другому, я вижу, что мама обижается, чрезмерная обида у нее такая, она никак не принимает ситуацию, не может ее проанализировать, сделать выводы, у нее просто сейчас сильная обида. Угу. Ну, собственно, это то, чем нужно бороться, избавляться от своих обид. И самое негативное для вас это что? Это то, что мама своим состоянием мешает вам проходить практику прощения. В этом вся суть. В этом вся суть то, что когда я нахожусь на практике прощения, когда я лечусь, никто не должен мне мешать. Я должен, если я, к примеру, человек-алкоголик, он должен что, избавиться от общества алкоголиков, верно? Mm-hmm. Подведите итоги, пожалуйста, этого ситуации, этого урока. Чем она полезна? Угу. Чем полезна эта ситуация для вас была? Я пока не знаю. Я затрудняюсь ответить, чем она полезна. Так, прекрасно. Значит, урок не прошли. Хорошо. А, Оля, вы уже здесь? Да. Эй, а я отключил экран. Вот уже Оля, здравия. Сейчас я тут подключаю тогда все, секундочку, а я тут смотрю, где же Оля. Так. Я наконец-то, да, разобралась. Здорово. Вера, чем была полезна вам эта ситуация? Смотрите, вы начали практику прощения, и в тот момент, когда вы уже начали от нее освобождаться от обид, вам подкинули новый тест. Подошла мама, которая, в принципе, эту обиду вам помогла развивать. Верно? С этой ситуацией. Да. Да? Это первое. То есть, это испытание. Второе. Это показало вам, что для экологичности техники прощения, у вас должно быть условие, которое максимально помогает вам
от этого избавиться. По аналогии, как я сказал уже, с алкоголиком, который хочет избавиться от алкоголя, и, естественно, он должен быть в обществе, которое не соблазняет, не дает ему дополнительные испытания. Верно? А мама в этом случае дала вам дополнительные испытания. То есть вы сейчас в процессе, чтобы избавиться от обиды, но вам мама создает условия, чтобы вы еще больше обижались. Понимаете, в чем проблема? В этом случае я должен быть, то есть работать только с собой. Для того, чтобы начать кому-то отдавать, с кем-то коммуницировать, мне нужно наполниться. Мне нужно очиститься и наполниться. Этот процесс должен быть только в группе тех людей, которые помогают моему процессу очистки. Мама же не помогает, ни брат, никто другой не помогает. Верно? Да. Чувствуете, отвлекается? Как же она может научить? Я пытаюсь от обиды избавиться, мама мне создает тут новую обиду, я еще больше злюсь, обижаюсь, как же я могу от этого очиститься? Я вижу брата, который обижает, вызывает мне новую обиду. Это что, тут вроде с одной стороны голодаю, с другой стороны утром кушаю. Вечером голодаю, утром кушаю плохую пищу. Вот the results. Вот the heck of it, да? Да. Понимаете, да? Отлично. Да. Хорошо. К нам присоединилась Оля. Давайте. Оля, здравия. Намасте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Вера, я представлю вам... Оля, я представлю вам Веру. Вера – один из наших учеников, который сегодня у нас на прямом эфире. И мы записываем наш разговор, чтобы это было полезно для других, поэтому... Говорите так, чтобы это было экологично, да. Секреты, где ключи от сейфа с деньгами лежат, никому ничего не говорите. Окей. И Вера, у Веры ситуация, Вера сама сейчас расскажет, какая у нее ситуация. Она наш сегодня клиент, который находится в онлайн, и она избавляется от практики обид. И Вера, я пригласил Олю, которая в свое время проходила практику прощения, и она с радостью согласилась поделиться своим опытом, который она имела, и как ее после практики прощения, как ее жизнь поменялась с того момента, как она избавилась от этих обид. Сегодня Оля счастливая жена, скоро уже будет мамой, я так понимаю, и смотрите на это счастливое лицо. То есть те трансформации, которые я наблюдаю, которые вижу у Оли, они просто колоссальные, и это не может не восхищать. И вот я бы хотел, чтобы Оля поделилась этим своим прекрасным опытом, чтобы ваш опыт, Оля, помог другим девушкам, другим людям, у которых подобные ситуации были, чтобы стал примером, вдохновением, как важно избавиться от обид, отпустить прошлое, отношения, научиться все принимать и начать жить по-новому. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как это у вас было, и какие ресурсы, и как это сказалось на сегодняшней вашей жизни. Спасибо. Спасибо, Ярослав. Огромное благодарность за эту вашу лекцию тоже. Верочка, скажите, пожалуйста, у вас какая ситуация, тем, чтобы не понимать, конкретно для вас, что-то, что-то вам полезно было. Я просто понимаю, что я вам незнакомый человек, иногда сложно. Это просто вкратце будет для вас. Да, у меня дети на бывшего мужа и, соответственно, на всех мужчин в мире. А какие отношения с родителями, с мамой, с папой? Ну, с папой уже не таких, а... Ну, вот, собственно, с отношениями с папой началась моя обида на мужчин, потому что папа обижал маму, я это все видела, я обижалась, я перестала уважать папу и потом впоследствии, собственно, всех мужчин. Mm-hmm. Вот это сказалось на моих отношениях. Сейчас у вас нет никаких отношений, то есть вы в разводе, да? Да. Смотрите, у меня практически такая же ситуация была, потому что у меня папа тоже... У меня сами по себе родители очень хорошие,
То есть они дали нам очень хороший пример дружбы, служения, но между собой отношения, к сожалению, построить мы не могли, потому что были очень, ну, как бы сильными личностями, что моя мама, что отец. И отец обижал маму, тоже при нас. У меня тоже была агрессия к отцу, не было вообще уважения. И я не могла построить отношения с мужчинами вообще. То есть у меня не было изначально к нему уважения. Хотя мужчины, ну как бы, не встречались хорошим. Но из-за того, что я тащила обиду на отца, я просто не могла уважать мужчину. А без этого отношения не построить. И просто когда я это поняла, я начала работать сначала с обидой на отца. Причем, к сожалению, у меня тогда не было вот такого наставника, как Ярослав, и вообще не было никаких ни семинаров, ничего, я что-то там, вот какие-то книги, какие-то люди. Это было у меня в течение 4-5 лет, то есть я так упрощала. Это было очень сложно, это огромная работа, но она стоит того, потому что это просто надо было пласт, то есть сердце вытащить. Я писала письма, я какие-то визуализации делала. Ну, то есть я очень много вообще что делала, но это было, вот, допустим, я там 40 дней делаю, потом у меня какой-то там перерыв, я забываю про это, опять возвращаюсь, это делаю. Вот, и в тот момент у меня начались меняться отношения с отцом. А в каком плане? Он у меня жил с другой женой, со второй. И он мне мог позвонить и сказать, я тебя люблю, дочка. То есть он стал мне помогать. То есть, ну как бы я внешне ничего ему, ну как бы. Это в процессе практики прощения, да, Оля? Да, да. То есть, когда я начала свое сердце по отношению к нему менять, открывать, он начал совсем по-другому. То есть на тот момент у него не было возможности финансово мне помогать, но он там денежку там что-то подпробовал, помогал. Хотя. И он вообще начал меняться. То есть он в храм начал ходить, он начал ведические лекции, потом и с папой мы ведические лекции пришли. Вау! Знаете, на тот момент я не была готова от него принять. И когда я смогла ему сказать, что я тебя люблю, я просто поняла, что он, понимаете, вот наши родители, их никто не учил быть мужем и женой. Их не учили быть родителями. Вот они как могли, так старались на нас. Вот как считали нужно. Но они совершали свои ошибки, ну, по своей, может быть, неразумности. Не потому что они хотели больше. По незнанию, по незнанию. Да. По незнанию, да. И я когда вот это поняла, что он-то нас любит, но из-за того, что ему не хватало любви от мамы, он вот так агрессивно не любил, он на нас реагировал. И я просто на него посмотрела под другим углом, что мне вот даже как-то не то, что жалко стало. Я поняла, что ему не доставало вообще в любви с детства, от жены, да. Как, а мужчина хочет получать любовь только от женщины. Сначала от матери, потом от жены. Вот, поэтому и у меня как только вот поменялось к нему отношение, у нас... Вот был год, настолько я его прям, я ему звонила, говорю, папа, я тебя люблю, хотя у меня была такая к нему агрессия и обида, то есть я прям его, я никогда в жизни не думала, что я смогу его простить, то есть я за маму очень переживала, вот, и слава Богу, я это сделала до момента его смерти, у меня постижение очень скончался, и... Я поняла, что слава Богу, что я простила его до его ухода. Иначе бы я с таким камнем ушла. То есть я не смогла сказать, что я его люблю. Он не смог сказать, что он меня любит. И вот тогда у меня как-то начался путь. Но после работы с папой я поняла, что мне лучше обидеть на маму. Хотя у меня с мамой... То есть это самый близкий, да, человек для женщины. Но, видимо, столько было, ну, из-за того, что она не дала мне примера, как вот мягко с папой, например, да, действует. То есть, почему она такая сильная? То есть, я вот у меня такие тоже виды пошли. Я начала работать с мамой уже, но с мамой было гораздо сложнее, несмотря на то, что было. Вот.
И на самом деле, пока мы не проработаем обиды с мамой и с папой, никакие взаимоотношения счастливые нам не светят. Это 100%. То есть вы просто будете перебирать партнеров, но каждый раз у вас будет, ну, как бы, одна и та же проблема вставать. Просто разные люди перед этим. Вы этот урок, ну, как бы, не пройдете. И на самом деле мужчины не виноваты. То есть это мы тащим что-то в себе, и он даже может вести до себя, он даже, ну, подумать не может там нас как-то обидеть, да? А мы уже накрутили. И мы вот таким образом портим отношения, еще даже не начав их строить. Вот, и... я говорю, что у меня... Я пыталась выстраивать отношения, но они вообще... Я даже отношениями тоже не забыла. Потому что пока у меня стащила обиду, и потом в какой-то момент у меня попал семинар, лекция, где говорится о том, насколько важно почитание к родителям, что женщине важно выстроить отношения с мамой. Потому что то, как вы относитесь к маме, так же к вам мужчина ваш будет относиться. То есть если вы не терпите маму, если вы не терпите эмоции, если вы не можете обратить, ваш мужчина точно так же не будет силы это терпеть. На чем я задаюсь? Терпите маму, ее эмоции. Да. Мужчина не сможет терпеть вас. То есть если вы примете маму, мужчина вас примет со всеми вашими эмоциями. Я поняла, мне надо срочно выстраивать отношения с мамой. То есть я, понимаете, с ней даже разговаривать спокойно не могла, я на нее. Ну, то есть у меня какое-то такое было прям чувство. И я тоже начала прощать, писать. Я начала прям подходить ее обнимать, просить прощения у него. То есть я там... Было очень много практик тоже. Вот. И в какой-то момент у меня действительно вот я стала ее воспринимать. Ну, то есть вот мягко. Что бы она ни говорила. Хотя были ситуации, что я сразу же ничего не говорить, я просто уходила. Вот, ну хотя бы на какой-то. От греха подальше. Да, 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 от греха подальше. Вот. Но и получается, что как только я начала мамой быть более терпима, более нежна. Мы познакомились как раз с Ярославом. Он мне дал уже четкие рекомендации, но мы по прощению, по другим отношениям уже работали. И буквально прошло 3 месяца, я встретила вот свою половину. Вот я по-другому не знала. То есть это было действительно... Но я к тому моменту была уже готова к отношениям, потому что я прям изучала, я поняла, что отношения нужно учиться строить, особенно семейные отношения, понимаете? Я училась на технолога-конструктора швейного производства 5 лет, а отношения я вообще не училась. Ни дня не изучала. Не знаю, и я, слава Богу, я вот сейчас благодарю Бога, что мне попались эти логические знания, и я, когда я вступила в отношения уже с мужем, со своим, я хотя бы понимала, что делать вообще с этим. Потому что, на самом деле, первый год это был такой очень... То есть я иногда думала, боже мой, что делать вообще, как-то все не по плану. Я себе это видела в розовых картинах, и что на серое совсем другое. Это же просто я понимала, что это вот именно самый лучший мужчина для меня. И если он так сейчас проявляется, значит мне что-то себе нужно доработать. Отлично. И все, я потихонечку, я начинала, я думаю, так, сейчас возьму паузу. Я отдалялась, я там что-то... Но я всегда к Богу обращалась, потому что у нас присутствие нету. Вы всегда просите Божьей помощи. Господи, дай мне себе силы простить маму, дай мне силы построить отношения, дай мне силы сейчас в этой ситуации справиться. Я всегда сначала молилась, потом я думала, так, что там по ведам-то, как там надо делать?
служить мужу, так все очень быстро он совсем по-другому начинал реагировать. То есть он тут же подходил там, мол, там, простите, что-то там такое. То есть он, ну, по-другому. То есть если бы я поступала по инерции, как вот я бы поступила, сказала бы, что хотела, там, что ты сделала, мы бы просто, это был бы скандал. Мужчине так нельзя. И опять же, это мои какие-то обиды, ну, вылазили. А благодаря тому, что сердце было чистое, мне было легче применять знания. Иначе, пока сердце ваше полно обид, у вас не будет сил применять знания. То есть вы знания, может быть, и получите, но второй момент, это же надо еще применять. А это иногда еще сложнее. Вот. Поэтому это замечательно, что вы стали на этот путь. Вообще начали думать о том, что... Замечательно, что вы нашли Ярославу, да, вы сейчас работаете, делаете эту работу, это вообще вам, у вас такие будут результаты, вы еще построите, возможно, есть, может быть, у вас прошлое отношение вот, ребят, или вам придет человек, который, знаете, пути Господь мой среди, мужчина так меняется, если женщина меняется, мужчина очень сильно меняется, вы не представляете. Вот у меня папа с мамой был один, а со второй женой это был совсем другой мужчина. Абсолютно другой. Понимаете? Поэтому это просто так. Вот пока у вас не будет в сердце, не-не-не-не-не, а просто благодарность, что этот человек пришел в мою жизнь. Да, он дал какой-то мне опыт, он дал мне уроки. Спасибо ему огромное за это. Вот когда у вас есть спокойные отношения, вот только тогда вы сможете построить уже гармоничные отношения с мужчиной. А для женщины очень важны семейные отношения. В любом случае стремитесь к этому, потому что вы будете под защитой, под опекой мужчины. Вот. Но вот слава Богу, что вы сейчас не в отношениях, вы сейчас вот делаете работу по прощению, и вы прямо увидите, у вас начнут настолько такие изменения кардинальные. То есть у меня менялась работа, а ко мне просто начали заботиться какие-то вот мужчины, с которыми я не была в отношениях. То есть братья, дяди, просто какие-то, ну, мужчины, которые мне покупали продукты, приносили мне домой, просто вот возьми. Ну, то есть какие-то, ну, это действительно какие-то чудеса. Лера, вам откликается, что Марифея говорила? Да. То же самое. У нас другая, у нас еще девочка Марифея, которая прошла тоже практику прощения, она говорит, то же самое. Говорит, начали помогать мужчины, приносят продукты, говорит, подарки дарят, говорит, водят в кино, в театры. Все по-другому у нее стало. То же самое. Насколько песня, вот это счастье, она настолько всех одинаковая. Результат абсолютно одинаковый. Все становятся счастливые. Старые обиды, люди, которые имели какие-то отношения, проблемы к нам, претензии, они начинают звонить, начинают проявлять какое-то благодарство, радость какую-то, все меняется, это просто вау, как песня счастья у всех одинаковая, это просто вау. Это волшебство, просто сам Господь, это на самом деле не то, что как бы какая-то моя задача работать, это просто милость Бога. Вот какая-то милость Бога, которая начала проливаться. Вследствие вашей работы. Вследствие вашей работы. Да. Да. Поэтому у вас это все, я говорю, у вас и работа, возможно, поменяется. У вас вся жизнь прям потихонечку, потихонечку. Просто получается, что мне, как говорят, счастье не приходит в результате каких-то вот действий ваших, да, а обстоятельства будут подтягиваться, да, как то, чтобы у вас было все гармонично, чтобы вы режим дня, например, подлетали, чтобы вы были спокойны, вы были женщины. То есть все обстоятельства начнут складываться таким образом, понимаете? И вы при этом ничего предпринимать не будете. Просто мужчины, они действуют. То есть он пошел, взял лопату и пошел рыть канаву, там, ему надо построить дом, да? А если женщине надо дом, она сидит и мечтает, классно, был бы дом, такой-такой, и пришел бы мужчина, который построил мне этот дом. И вот она просто сидит и мечтает, при этом она счастливая, пошла кого-нибудь пирожками, угостила, и приходит мужчина, который строит дом. То есть женщина, она на тонком плане,
То есть нам не нужно ничего предпринимать вовне. Нам не нужно идти брать лопату и строить этот дом. Понимаете? То есть нужно в тонком, ну как бы на тонком плане. Это огромная сила женская. Но для этого, конечно, чтобы вдохновить на это мужчину, нужно уважение большое к родителям, к мужчинам. И это мужчина чувствует. То есть он чувствует вот это вот, ну как бы, женщине. И не хочется заботиться сразу о такой женщине. Поэтому у вас все хорошо будет, у вас глаза такие замечательные, все такие добрые. Все хорошо будет. Просто я говорю, у вас, слава Богу, уже есть наставник. Это не простой путь, это сложно, это всегда будут какие-то вот моменты и люди, которые будут, может быть, вызывать. И я не скажу, что я до сих пор такая вся не прям, как это сказать, я и обижаюсь. Боже, одуванчик. Да, я абсолютно не ангел сахар на сиропе, но просто сейчас муж меня вот в какой-то момент, ты чё, там какая-то ерунда, ты тут, я накрутила. И это было действительно, мы женщины просто такие, понимаете, если мы не под защитой, мы много чего лишнего накрутим, обидимся, там еще что-то, поэтому вот мужчины нас от этого немножечко защищают, ограждают. И что интересно, Оля, что этот процесс вашего эмоционального всплеска, он постоянно происходит? И постоянно нужна защита. Но что хорошо, что по мере нашего развития наши эмоциональные вот эти всплески, они становятся более благостными, мы более контролируемыми. Мы их можем контролировать, находясь в благостном состоянии, направляя не навне. На муж обиден, или обидчик, или вся страна меня обидела. А я понимаю, копаю в себе, что же я сделала не так, как вы это делаете, да? Что же я должна сделать, чтобы этого не было? Это очень большая мудрость. То есть, может быть, этот след будет, а потом ты все равно я понимаю, что как бы, ну, не виноват никто. Но я говорю, что вот... Обращайтесь, читайте какие-то статьи писания, слушайте там, ходите в храм, что вам близко, это вам все будет помогать очень. Просто очищать тоже по себе сердце. Ну, конечно, все, я больше не буду заниматься. Ну, Оля, вы рассказываете, чем больше, тем лучше. Вы не занимаете время, да, главное, чтобы у вас время было. Очень здорово. Скажите, вот вы начали свою практику прощения... отпускать сначала родителей, папу и маму, да? Угу. А после того, когда вы поработали с обидами к родителям, затем вы приступали к очистке, к своим прошлым отношениям? Да. Как долго вы были в отношениях, с которыми вы, которых вы прощали? Так, сейчас я скажу. Ну, где-то лет 5, наверное. Угу. Ну, типичное 5 до 7 лет. Потому что те, кто 7 лет прошел, они, как правило, уже идут дальше. 7 лет – это же первые 7 циклов, которые нужно пройти. И когда вы сказали еще, что вот первый, сейчас вы когда вышли замуж, первый год было очень тяжело. Помню, по энергетике первый год – это становление фундамента, это выживание, угу. Самый тяжелый. Угу. Если ты находишься в трезвом уме, если ты находишься в гормонах, то тебе кажется, ой, все прекрасно, розовые очки, все замечательно. И пока ты пьяный в этих наркотиках, гормонах, у тебя начнется этот процесс выживания, когда ты протрезвеешь. Скажешь, ошкин кот, мама дорогая. А она, знаешь, как тяжело, после праздника, который был там 2-3 года, да, пока гормоны работали, потом начинается вот этот период фундамента, становления базы, и такой, мама моя, после этого праздника такой кошмар. И ты на контрасте, это ужасно просто. Почему и важно очень строить отношения не в этих вот эмоциях, когда мы притянулись друг к другу на гормонах, а трезво, да, шаг за шагом, постепенно, степ-бай-степ, пользуясь разумом, я понимаю, что будет тяжело, я развиваю отношения, я строю фундамент. И затем, по мере этого наполнения, я все больше и больше получаю удовольствие.
и у меня нет эйфории, у меня есть трезвое восприятие информации. Я трезво вижу, что хорошо, что нехорошо, а не в пьяном состоянии нахожусь наркотика. Ну вот мы когда с мужем познакомились, у нас как-то связь возникла на сердечной прям чарте. У нас не было каких-то таких вот... Классно, классно. Как это обычно, ну, какой-то такой страсти, что-то еще. У нас прям вот как-то очень спокойно, тихо. Ну, у меня просто, когда он появился в моей жизни, появилась уверенность, что все теперь будет хорошо, я под защитой, все, и у меня вообще какое-то беспокойство исчезло. То есть вот настолько я поняла, что все это мой человек. Вот когда я это ощущение, ну, почувствовала, надежности, что меня не бросят, что я теперь вот под защитой. Все, я поняла, что... А раньше были у вас такие ощущения по отношению к мужчинам? Я и замуж не выходила, я не страшно была, то есть я прям боялась. Не было доверия к мужчинам, да? Да, да. И я понимаю, что это было вследствие обиды, да? Ну, и у меня был страх, то есть страх, вот я видела родителей всегда, то что это вот, как это сложно вообще. То есть, видя картинку нехороших отношений на примере родителей, этот страх так глубоко вошел в меня, что я проецировал это на всех новых мужчин, с которыми я встречалась и видела в своей жизни. Да? Скажите, вот в ваших отношениях, когда вы вышли замуж, вы были 5 лет, я понимаю, в отношениях, да? Как, можете сказать вот схему, я уверен, что это будет похоже многим отражаться зеркально. Как у вас развивались тогда отношения? Вы тогда вышли замуж, влюбилась, да? Влюбилась? С мужем? Да, первые отношения, да. Первые отношения ваши, которые были. А, до мужа как бы. Да, да, первые, те далекие первые отношения. Ой, ну там, конечно, такая какая-то страсть была. Расскажите вот это вот интересно, как, когда начинается со страсти и чем она потом заканчивается, интересно, на вашем опыте. Сколько вам лет тогда было? Ну, это наверное, 25. Угу. 26, ну, я 60. Ну... Сильно я как бы не буду углубляться. Да, так, чтобы нам чтобы понятно было, чтобы понятно было самое. Да, какое-то потребительское такое отношение есть, когда вот такая страсть, то есть ты хочешь, чтобы внимание было к тебе постоянно. Нормально. Нормально для всех нас. Мы хотим получать удовольствие, мы все хотим наслаждаться. Для этого пришли. Неудовлетворенность от того, что я не получаю то, что хотела бы. Причем это было именно в отношениях. Ну, то есть, вот, мало времени, там, что-то такое. Вот, а потом, ну, я сама как бы порвала эти отношения и все сделала для этого. Вот. Ну, понятно, что я была на таком... Ну, не то, что я была готова разорвать эти отношения, понимала, что надо это разорвать. Вот. Я это разорвала, но у меня была прям такая боль в сердце. Я несколько лет, получается, вот это все вот не знала, что с этим делать. Вот. И в тот момент, когда вот мы с Ярославом познакомились, мне показалось, что уже все. Уже все прошло, и я все забыла, потому что уже прошло несколько лет. А вот с Ярославом поговорили, они говорят, нет, тебе надо прощать этого человека, просить прощения. И вот я начала писать письма, и мне, когда начала писать письма, у меня там слезы, все это, все прям эмоции шли. И потом в какой-то момент, когда там, я говорю, мы на 20-й день, наверное, я там пропустила один день, что-то прям важное какое-то у меня было событие, и мне ничего страшного этот день. И Ярослав говорит, какой? Не, начинаешь сначала, как будто ничего не делали. Я говорю, нет, боже мой, опять сначала начала. И где-то на 30-й день я уже поняла, что мне эта пластинка надоела. То есть я вот эту штуку въебать, что вью эту обиду. И она во мне, то есть она этого человека вообще ко мне так не касается. Это же моя обида. И все, и когда я поняла, что мне это надоело, я выкинула. Прям, фу.
Вот. И мне осталась благодарность этому человеку, потому что в любом случае он мне много чем помог, в плане материальном даже. Поэтому, ну, на тот момент я была неразумной. Это, скорее, моя ошибка как женщины в отношении. Мы все получаем здесь ошибки, совершаем ошибки. Для этого мы пришли сюда учиться. Для этого здесь. Ну, и этот человек потом меня поблагодарил, попросил сам прощения. Вы ему никак не звонили, ничего, но именно после Расскажите, это очень важно, как это произошло. Ой, я даже не помню, он просто позвонил и сказал, что прости меня, пожалуйста. Обалдеть. Мэджик женской силы, мэджик женских, женских молитв, это просто обалденно, вау. И последний разговор очень хороший такой был, то есть мы расстались в очень таких хороших отношениях. То есть мы после этого виделись, то есть общались, потому что в одном городе жили, и в очень просто спокойных, хороших таких отношениях. Очень здорово. Я сейчас предлагаю девочке переключиться на Skype, потому что у нас тут заканчивается 40 минут только на этом ресурсе сейчас дает. Ярослав, если можно, мне просто нужно убегать. Вася, да, Оля, хорошо, спасибо большое. Что? Вера, я вам желаю прям проделать эту работу и счастье. Я уверена, что у вас все будет. Оля, благодарю вас за вашу историю. Она очень близка мне по отношению к папе, по отношению к маме. Вот, так что я все на заметку уже взяла. Уже пересматриваю то, как я разговариваю с мамой обычно. Просто когда хочется накричать, обнимите все. Хотя бы мысленно. Вот если не можете физически, мысленно обняли, поклонили, пошли. Как это? Киваем головой и машем. Да, да. Сначала физически хотя бы, а потом уже, чтобы через физическое еще и менялось состояние внутри. Да. Форма влияет на содержание, содержание на форму взаимосвязано. Нам достаточно на тонком плане работать. Если вы пока не можете это на физическом плане, работайте на тонком. Вы потом сами почувствуете, что вы сами захотите. Я знаю, тут мамочка моя, она хорошая. Я-то ее обнимаю, но ты все равно постоянно вот эту нетерпимость проявляешь в разговорах. Все время раздражительность на нее. Меня это, как-то печалит, что я так с ней не разговариваю. Со всеми людьми нормально уже, а вот с самым близким, родным человеком вот какую-то агрессию все время проявляю. Я так понимаю, но такое же было. Ну это нормально, это наша обида. Когда вы очистите сердце, у вас уже будет более такое нетерпимое отношение. Вы понимаете, что нет? То есть не корите себя, самое главное. Вы как бы вот вы замечаете, что вы не правы, тут же попросите прощения, Господи, прости меня, Господи, мамочка, прости меня. И все, двигаемся дальше. Если вы будете себя, вот, вы не сможете идти. Здорово. Благодарю вас, Оля. Оля, спасибо вам огромное, благодарность вам. Я понимаю, что вам нужно выходить. Спасибо, очень здорово, хороший пример. И я скажу, Оля, что вам... Оля сейчас у нас в положении, скоро будет мамой. Но у нее особенное состояние сейчас, конечно же. Я понимаю, что когда вы уже освоитесь, устаканите с этим процессом, но быть мамой, пора делиться с другими девочками, потому что у вас есть опыт, колоссальный опыт, делитесь с другим, потому что это очень бесценно, Видите, насколько похожи ваши ситуации, настолько похожи, Вера, один к одному, это просто вау, обалдеть. И таких кейсов море. Таких случаев море сегодня у нас, потому что мы живем в таком обществе, и нам нужно эти знания нести другим людям, чтобы они знали, как выходить из этого состояния. Да, и слава Богу, что есть сейчас такая возможность, потому что в одиночку, конечно, это все сложно. Да. Поэтому ищите, общайтесь, когда будете в этом обществе, вас это прям поддержит очень. Ну все, давайте, мама.
Спасибо, Оля. Спасибо вам. Хорошего дня. Супругу привет вашему передавайте. Буду рад с ним познакомиться. Намасте. Намасте. Три минуты осталось, да, показывают? А где показывают, да? А, да, пока три минуты. А, отлично. А, пока три минуты. Супер, отлично. Ну, как ваши впечатления, скажите, пожалуйста? Я еще больше в шоке. После Валерии. Вообще прям. Это тот ангел точно воплоти. Рассказывает и пишет вещи, которые вот у меня. Было то же самое, да. И все понятно, и все, вот я верю каждому ее слову, вот каждой букве, вот правда, вот все вот так и есть. Она живет с этим, дело в том, что она живет с этим, она живет в этом состоянии, она уже, она, по-моему, уже третий год она замужем, и я с ней познакомился, когда она была вот в этих процессах, в этих обидах, и все, и я, как у нее трансформация пошла. Она своего мужа, когда встретила, она не говорила, что, ну, вот она начала изменяться, и... Она познакомилась с мужем, он магазин, он владелец магазина, а ей, она делала ремонт. Она пришла, говорит, мне нужно это. Он говорит, я вам помогу. Сам, говорит, никогда, говорит, мне никто никогда его не делал. Говорит, приехал сам ко мне домой, посмотрел. Он хозяин магазина. И он говорит, я никому когда этого не делал. Я не делаю, говорит, такие вещи. Но мне, говорит, что-то захотелось вот приехать к ней и помочь ей. Я, говорит, сам не знаю почему. И как вы слышали, у них не было на страсти соединения. У них не было влюбленности, которая всю крышу снесла. У них было на сердечной чакре. Это просто офигительно. Это просто офигительно. Насколько вот этот пример работает. Когда ты находишь состояние благости, ты находишь такого же человека, который готов тебе тоже поделиться с тобой благостью. Просто благодарно. И фамилия такая интересная. Добро. У него фамилия Добро. Да, представляешь? Фамилия у мужа Добро, вы представляете? Да. Очень здорово. Я смотрю, написано Ольга Добро. Классно, да. Очень здорово. Прекрасно. И город такое красивое название. Да, да, да. Очень здорово. А это Украина, да? Нет, нет, это Россия. Это Россия. А, ну вот я тоже что-то подумала, что Россия. Ну то есть акцента никакого нет, но именно название города мне показалось, что Россия. Красиво, да, это сибирские места. Это сибиряки там живут, наши люди. Супер. Отозвалась вам? Отозвалась ее история? Да, очень, вообще, полностью. Каждое слово. Насколько? Ну, у меня не было, конечно, так, ну, вот такого сильного прям какой-то ненависти к папе, да? Угу. У меня вот это было, ну, на уровне вот и неуважения, и любовь. И вот я разрывалась, что как так? А с мамой тоже у меня вот вроде хорошие отношения, так вот если, да, не попасть глубоко, поверхностно, хорошие. Мы очень любим друг друга, я очень уважаю маму. Но я постоянно свою нетерпимость. Да? Так, у нас пауза. Мотор, поехали. Ну что, поделитесь своими впечатлениями с того, что вы услышали, как это, что вы ощущаете, как это на вас сказывается. Такие приятные впечатления. Такая сижу, улыбаюсь, думаю, боже, с таким человечком поговорить, услышать вот